Самая главная ошибка в жизни Владимира Маяковского. Возможно, вы подумаете, что это семейная жизнь втроем вместе с Лилией Брик и ее мужем Осипом Бриком. Или преисполненная восхищением поэма, целиком и полностью написанная в честь самого Ленина. Но на самом деле главной ошибкой Маяковского стали строки, посвященные уходу из жизни Сергея Есенина. В 1926 году он написал: «Надо вырвать радость у грядущих дней, в этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней». Это была сатира на предсмертную записку стихотворения Есенина. Всего лишь через 4 года сам Маяковский решил завершить свой жизненный путь практически так же, как и Есенин, оставив записку: «Не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте, покойник этого ужасно не любил».